Так, а вот и пряники, которые я хотела вам показать. Вот такой вот букетик бабушки. Вот это вот пряники на годик. А когда именинница будет выбирать себе профессию. Здесь вот такие вот разные профессии. Вот. И вот это вот подарок с покупкой автомобиля. Доброе утро! Здесь квадрик поедет. Как они, да? Какого цвета от пыльцы? Так, а мы же вышли из Диаманта. Сделали Антошке на танцы. Мы прошли здесь кардиограмма. И все это. Все сделали. Да, тахикардиограмма. Вот еще папа. Афонь, ты что такой счастливый? Мы тебе там ничего не покупать. Я бардачок уберу. Нарушение. Пошлите. Да, такая классная реклама. Дети даже заметили, что человек опять стал превращаться в обезьяну. Ага. Ты будешь бежать? Полить. Ну, я конечно. Хоть это и как вполне страшно. Но мне бы хотелось посмотреть, что это такое. Угу. Осторожно, лужа, ребята. Ну мы ж с хутора, папа, вышли. Ой, это. Там урна, ты видел, там все разрисовано. Урна. Лучше нет, вот нам эти, да. Все, двое да. Нам как раз почем хватит. Почем они эти? Еще 500. Угу. Рубашечки. Так, в общем, походили мы по вишнякам, пошли. Рубашки купили по 500 рублей, брюки за 1400, ремни за 250, да? И Афоне еще даже ремень подарили. Такая хорошая женщина, ну прям правда хорошая, ну, да? Привет. Так что, а мы сейчас сюда отходим и через парк сейчас пойдем в карусель. Карусель? Не, не на карусель, магазин так называется, карусель. Батутики. Ну да, там что-то разбомбили всю центральную площадку. Сейчас посмотрим. Нет, не разбомбили. Ну как это? Ой, тут уже лошадок, да, сделали. Какие красивые. Прям очень, да? Тебе не нравится? Мама, как они их делают? Да это из искусственной, да? Сейчас обтянули искусственный, ну, такой коврик, как будто под этим. Мы ушли слишком далеко. Да? Полные пакеты обуви. Мама, мам, это такой же, мне кажется, и был Антош. Так вам купили, Антош, кроссовки. Пошлите, выходим, папа платит. О, бибикай. Давайте, давайте. Выходим, выходим. Да мне кажется, он даже для тебя маловат, велик. Ты, мам, я к вам иду. Пап, я думала, ты уроки будешь учить. Нет. А ты лучше, говорит, кроссовки куплю, да? Да. Мы все пакеты? Все. Антош, давай сюда, а то ты так несешь. Мама просто нас должна покормить просто, и все это. Да. Пап, давай один пакет. Давай. Пошлите, давай, пошлите, ребят. Пошлите. Я думаю, вы так, сейчас мы в кафе «Березка».
Что мы заказали? Папа макароны с курочкой. Мама будет окрошку. Надо идти забирать. Ну, это мигает. Оно должно зазвонить, да. Так, бери, есть миринда вот. Мама. Ой, пищит. Папа запищет. Да, да, папа запищет. Не кричи, не кричи. Не кричи. Пицца. Это какая-то деревенская. Кто тебе спрашивает? А там тарелочки надо, наверное, да, взять? Да, а как? Ну, я бы все положила. Так, мы все-таки еще решили с папой по кофе. Сужиня говорит, мне что-то в стакане. Это оказалось тирамису. Вкусно? Нет, не такое жирное. Помнишь, мы тогда с тобой? Не жирное вообще. А вот, а у меня будет чизкейк. А вот эту пленочку уже снимай. Останься. Я смогу. Да, блин, ну, конечно, я смогу. Наташа. А что, я не буду? Тихо, тихо, сюда. Наташа. Наташа, а что ты свой не даешь? Я не могу. Так, только вытирайся, вытирай руки хорошо. Да, сейчас пойдем уже садиться. Машина Гриша, как мама, не любит по магазинам, да? И ты сразу сказал ноу, да? А где Антоша? Не знаю. Быстро уже вышел. Надо говорить, а то ты мы... хоть бы сказал, а то мы тебя искали вообще-то. Вперед, вперед, вперед. Папа с пакетами. Все, пошлите, Афанасий Сергеевич. Сейчас идем с Ксичичи. Да не знаем еще, еще никуда не идти. Нет. Да? Еще и сердце новое. И медведи старые. Точно как это. Сейчас. Вот, папа. Пап, тебя и там, и тут показывают, понимаешь? Я вечно довольна. Так, все? Нашли папу? Пошли. Мы не знаем, пошли. Там написано. Пошли, 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 поехали. Пап, за батарейками пойдем в фикс прайс? А? За батарейками в фикс прайс. Сейчас пойдем на ярмарку. Ну, а тут и нету светофора. А тут нету, ну надо же на этот. Не, ну они, знаешь, когда вот так вот, когда там переходят, тогда и тут. Так, где наши дети? Дети, не знаю. Так, машина еще остается до понедельника. Поэтому на выходных мама без машины. К сожалению. Угу. Мы приехали с Динской. Вот. Все пакеты, еще даже где-то пакеты, не знаю. При входе, наверное, и... Да, вот еще пакеты. Не хочу ничего разбирать, хочу спать. Так, ну что, мы такие родители, которые спали, 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 спали и есть не приготовили. На улице в кроссовках. Заря, не надо пока новые кроссовки. В общем, сейчас буду готовить детям перекусы. На ужин мы хотим сварить уху на костре. Я же у меня поехал за рыбой, потому что у меня машины нет, поэтому наш папа теперь и за маму, и за папу. А я сейчас делаю детям оладушки, 2 яйца, немножко кефир, ну не кефир, а прокисшее молоко, ну в общем не суть, да. Сейчас сюда добавлю соду, сахар, соль, все на глаз, муку. Главное, чтобы тесто было такое немножко погуще, и оно постоит. Буду минут 15-20 постоит и буду жарить. Начала добавлять муку, и как раз в это время... Всыпаю соду, но тут посмотрела, что соды у меня вообще-то нет, представляете? Поэтому буду добавлять разрыхлитель, но разрыхлитель это вообще немножко не та тема. Но, блин, буду добавлять его. Я тут только недавно, кстати, узнала, что разрыхлитель и сода это
прям две разные вещи. Ну, мне казалось, что они выполняют примерно одинаковую функцию, но оказывается, что нет. Что сода работает в тесте до, ну, то есть, где на улице, да, то есть в любом тесте, а разрыхлитель только при температуре. Поэтому вот такой вот у меня доктор Эдкер. Пакетик всыплю и буду продолжать добавлять муку. Тесто получилось достаточно густое, и сейчас оно немного постоит, и весь прикол оладика в том, что тесто, ну вот я не знаю, как с разрыхлителем, но с содой это точно работает, когда вы берете, не перемешиваете тесто перед жаркой, а именно начинаете брать с краю ложечкой, и то есть вся вот эта реакция, которая там произошла, она остается, и оладики получаются за счет этого пышные и не опадают. Ну, вот, в общем, посмотрим, как будет. Сейчас немножко постоит и будем жарить. А пока соус разморожу. Все, сейчас буду начинать. Разогреваю масло. Будем жарить. Так, это мыть. Мам, да, дашь нам вот так что? Ну, помой, я сейчас сделаю. Крошка-моргошка. Вы на канале Хуторянка. Она путает, а она и не наш ребенок. Правда? Она Маргарита Степановна, а мы Довгали. Нет, ты привязи! На, вот, надо на досточку. Смотри, как красиво этот ножик. Потому что бабушка Инна была... Ой, хорошо. Да что, там жарковато, сынок? Не так. Была. Нормально? Да, конечно. Мама родила, и она ее назвала тетя Вера Кривовяз. Да, правильно. Вот. У Сереги тоже две фамилии. Панченко и Кривовяз. Да. А у меня одна фамилия Кривовяз. Ну и можно еще и Панченко, да? Да. Жарим, жарим. Сейчас посмотрим, что получится. Пляцики или хорошие, пышные? Конечно же, хорошие. Да? Антоха уже подкармливает из себя и Маргариту яблоки с медом, да? Что, капнула? Ну, облизни. Ты сначала это укуси, а потом облизнешь. Вкусно, Маргарита? Одну, Гриш. Так. Оладики, они уже заканчиваются. Мама, это вторая партия. Там, Григорий, аж там ест. Мама, того, кого? Будь здоров. Соус? Давай. Это... Ну, как оладушки? Конечно, просто поколоти, может быть. Как оладушки? Нормальные? Вот, прям тут написано «Приазовская Бавария». Ничего себе, это точно с Ейска. Ну-ка, сейчас почитаем. Папа тут приехал уже с покупками. «Приазовская Бавария, город Ейск, Сержуня». Ничего себе, это у нас такое, да? Это типа мохито? Да, мохито-лайм. Сейчас будем пробовать. Гриша даже укрылся, потому что под кондиционером. Кого-кого? Картошку? Так, папа купил нам рыбу. Сейчас у нас будет уха. Это пузики, ты их тоже чистишь, да? Ну, конечно. Так, вот такую еще красную. Что это, горбуша? Горбуша, в общем, такая у нас будет супер уха с красной рыбой. Все, как я люблю. Так, Сержуня уже воду поставил. Будем сейчас варить уху. На фоне гля-гля ныряет. Что тут за лягушонок? Лягушонок, лягушонок. Ты плывешь? Кума, теплая вода. А вот я не помню, на море холоднее. Не, ну на море всегда чуть холоднее, но в плане того, что она всегда сразу холодная. Держи. Не, ну она пипец холодная. Очень холодная. Человек, который приехал с Крыма.
И говоришь, что там холодная вода. Но зато вы посмотрели. Неудачное время, циклон был холодный. Ну, а так вообще понравилось, да? Посмотрели все. Кирюха давал, да, вам экскурсии проводить? А где вы были? Как ты били? Что? И Судак, да? Ездили, да. Конечно, хочется туда дальше. А в Судак? А, ага. Матори, ну, как-нибудь. Да, сейчас. Что, нести это? Шумовку? Ну, ситечко? Да, ага, сейчас я принесу. Да, уже свет. Лампочка, да, загорелась? А что, похоже, что мы пиво сейчас будем пить, да? Я тоже думала, что это пиво. Угу. Я тоже думала пиво. Я что, говорю, лимонад? Нет. А я думаю, ничего себе, муж догадался пиво купить. Тот муж, который не пьет пиво. Купил пиво, купил. Пьет лимонад. Это лимонад? Да, да, наливай, это лимонад. Феррари тебе купили? Да, я ее назвала. Всем купили кроссовки, да? Ламборджини. А, ты Феррари называешь? Это Ламборджини, да? А это что? Это лимонад тоже. О, вот это лимонад. Дети, да. Сомнения, бутылки, видишь, сами офигели, пива, да? Да. Мягков. Дай мне. Дай. А? На лимонаде. Да. Ну, Лида. Да ну там. О, сейчас я. Горячо? Ага. Полено. О. Так, а зелень и помидорки что там? Да, сижу? Да, да. Да не сыра, а помидоры. А зелень каждый сам себе? Да нет, почему? Сыр, все? В конце сам. На что похоже? Да, могу дать. А пусть компотик пьет, он может сейчас сухи похлебает. Сейчас их надо потопить, только укроп сижить. Это что-то, перец горошком? А где эта кочерёжка? А кочерёжка там не висит нигде, то она как-то бывает сбоку висит. Кто? Кочерга. А, ты не знаешь. А ну на посоле, мне кажется, хватит. Потому что её сейчас раз и надо. Я забыла, что можно же ещё включить. Выключай газ, Сержень. На уголок сюда доставь. Так, а полотенце? А возьми вот здесь, да, полотенце? Вот это. Да, папа, оно трясется. Это ты должен установить. Да, я сейчас поставлю. Да? Это значит что? Что он подрос? Или ты уменьшился? Нет, он меня уже скоро догонит. А-а-а. Он уже скоро догонит, Афоня сказал. Кирюха. А что это вы решили? А как же он сидел? Ой, комар прям в ухо. Нормально он сидел? Нормально. Ну, поначалу нормально, а потом начал, да, немножко это... Ну, так куда можно стриги? Подстригать, ну, да? Дедушка его держал на руках, а Виталик... А, Виталик сам стриг? Он себя там потом подстригал. Я туда не гулял, да? Да. Папа уже принес. Так, а кто будет накладывать? Ты. Ну, а что ты сейчас это фаберликом-то занимаешься? Нет, мама мне звонит и говорит, закажи это средство для ванной. А ты уже все, ничего не... Ну, а я же уже полгода не заказывала, там нужно заново регистрироваться. Ну, знаешь, я сейчас вот это Майн Либе для ванной себе заказываю.
И оно это, ну, также не вонючее, ну, нормально все отмывает нашу ванную раковину, поэтому я подумала, зачем еще в Титровку ехать забирать, а сюда, ой, Велберис нам сюда привез. Кирюх, пока. Ты помашешь чуть-чуть Вере? Ты еще приедешь? Ну, улыбнись хоть. Ты сегодня в хорошем настроении, да? А где твоя кепка? Ты ее А я его забрала? положила, да. Пока, еще помаши. Пока! Скажи ура! Скажи, как ты говоришь? Бах! Хлоп, да? Да. Все, всех провожали. И теперь можно идти спать. А, он хочет ее закопать? Ну да, спрятать. Глянь, какой Рекс! Это Ну, что? ну куда-то А я тебе рассказывала, что у нас, я так испугалась, пряники делала ночью, а у нас кто-то шкребется под навесом. Но я слышу, что что-то не то. Выхожу, а дверь толкает носом ежик. Он как-то под навес залез. Пошли, пошли.